на ЦСКА ТВ после матча с Ахматом Андрей Савинов. Андрей, поздравляем с победой. Счет очень крупный. Ребята, парни, сами ожидали такого? Спасибо большое за поздравления. Ну, в общем-то, мы сделали все, что нам говорили тренера. Получалось все, что мы задумывали. Я думаю, счет по игре и самоотдача была на высшем уровне. Традиционный вопрос, за счет чего добились такого преимущества? У Ахмата даже ребята были постарше. Ну, думаю, мы добились за счет класса и мастерства. В нашей команде это более так сложилось, что ЦСКА – это всегда стиль, уровень и физической, и технической подготовки. Думаю, Ахмат хотел за счет желания и борьбы выиграть этот матч. Но у нас получилось... 12 побед подряд у нашей молодежки. Теперь что-то вообще может ее остановить? Это может остановиться, если только мы остановимся. На самом деле, мне кажется, если мы будем все делать так же, как и делали, все получится у нас. Очень симпатичный гол ты забил. Там такой черпачок через стенку, во-первых, пас тебе. Это комбинация, которую наигрывали, или какой-то экспромт был? Это был эксперимент, и мы встали сразу же, поняли то, что надо сделать. В принципе, мы взяли этот розыгрыш у основы, когда Ваня Обляков навешивает, ну, забрасывает на Федю, и вот удар. Поделись секретом, что еще у основы посмотрели, может быть, чего-то еще ждать интересного? Нет, я думаю, они будут у нас смотреть. Отлично, поздравляем еще раз с победой, впереди матч со Спартаком, какие мысли? Ну, пока надо отойти от этой игры, думаю, мы будем настраиваться очень жестко с ними. Дерби как-никак. Еще будут показывать по телевизору. Думаю, каждый будет укладываться на 120%.